Когда в 1994 году на факультете востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби открывалась кафедра кореведения, Наталья Ем, тогда еще студентка ИСТФАКа этого же вуза, не могла и предположить, какую важную роль сыграет это событие в ее собственной жизни и в жизни многотысячного корейского этноса, проживающего в Казахстане. Это было очень важно, когда мы начали изучать корейский язык, когда мы начали обращать внимание на то, кто мы, откуда мы, и тем более возвращаться к своей истории. И кафедра корееведения, она сыграла буквально вот решающую роль в том отношении, что мы сразу встали на рельсы академичности, научной значимости и, самое главное, востребованности на тот период в Казахстане. Наталья Ем не собиралась заниматься корееведением. Более того, до определенного времени вопросы национальной идентичности ее не интересовали. Конечно, в семье соблюдались корейские обычаи и традиции, но в кругу ее общения никто никогда не придавал значения этническому происхождению. Друзья и знакомые читали одни и те же книги, смотрели одинаковые фильмы и всегда находили темы для разговора. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее родной брат не женился на девушке некорейской национальности. Повергнув в шок придерживавшихся традиционных устоев родителей и близких Наташи и заставив ее заняться исследованием темы межнациональных браков, научный интерес привел аспирантку Наталью Ем на кафедру корееведения. На тот период первые мои статистические данные, которые я получала в государственных архивах, в архивах ЗАГС, по городу Алматы, по городу Кызылорты, они меня вообще удивляли. То есть сначала это было каждый пятый кореец, который был, а позже это каждый второй кореец, проживающий в городе Алмата. То есть это было интересно, это было востребовано, и самое главное, это было актуально. Сегодня мы говорим, да, несмотря на то, что мы разные, несмотря на то, что мы понимаем свою этническую принадлежность, мы возрождаем ее, мы поднимаем свой язык, свою культуру, мы пытаемся воспитать своих детей в духе корейских каких-то традиций и обычаев, и вот приверженности к своему этносу, мы понимаем, что в этом далеко нет ничего страшного. Исследованием одних только межнациональных браков Наталья Ем не ограничилась. Богатая самобытная корейская культура и история предлагали широкое поле для научной деятельности, а крепкие казахстано-корейские отношения в области образования предоставляли для студентов и аспирантов обеих стран большие возможности для обмена знаниями, информацией и опытом. Шли годы, связи между университетами укреплялись, а вместе с тем и рос интерес к кафедре корееведения, ставшей со временем на факультете востоковедения одной из самых сильных и востребованных. С сентября 2008 года ее возглавляет Наталья Борисовна Ем. Наша кафедра корееведения, она представляет один из ведущих государственных вузов Республики Казахстан. Но в отношении того, что кафедра развивается на земле, где проживает одна из многочисленных корейских диаспор, проживающих за пределами своей этнической территории, это тоже большая роль и большая заслуга в истории кафедры. Недавно в жизни кафедры корееведения произошло радостное событие. Наталья Ем стала обладателем гранта Министерства науки и образования Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза 2010». Сама Наталья считает награду общекомандной и радуется тому, что работа кафедры получила высокую оценку и признание на республиканском уровне. Это ощущение того, что твоя работа, твой труд ежедневный, который кажется обывателю незаметным, он был по достоинству признан. И вот это вот признание со стороны Министерства образования и науки Республики Казахстан, это, наверное, высшая оценка той деятельности, которую вот сейчас мы ежедневно делаем на нашем факультете, на нашей кафедре.